Всем привет! Как вы успели догадаться, это рубрика «Разбор полетов». В костюме у меня не получилось пройти эту миссию, но разработчики такие скоты, то что они сделали так, то что нужно проходить эту миссию только в костюме. Когда вы заходите на проходную, это просто жесть. Он начинает нажимать на кнопку, и ничего с этого не выходит. Но зато я прошел на скорость, и у меня получилось по времени 15 минут и 3 секунды. Пошли моменты, которые сейчас нужно комментировать. Обходим вот этого солдата, делайте так же, как я вам говорю, и вы идете, бежите по направлению на ваше устрижение. Вам как раз нужно обойти вот этого вот солдата. А, он уже ушел, понятно. Ну все тогда, дело в шляпе, бежим до снаряжения. Дошли мы до интересного прохождения. Мы уже подобрали снаряжение. И сейчас есть одна интересная деталька. Вот он сейчас разговаривает по телефону. Мы просто пробегаем и заходим в этот люк. И как раз это есть с канализации обход на базу, на территорию базы. Сейчас покажу, почему так важно там проходить. Сейчас все просто, ребята. Бежите прямо, никуда не сворачивая. Просто бежите прямо, 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 прямо. Здесь поворотов вообще нету. Ну, добежали до лестницы, да, залезаем по этой лестнице вверх и особо сильно не паримся, там охранников вообще нету, вообще ни единого охранника. И в чем интересная деталька, когда вы выходите с этой точки, здесь очень хорошо видно обзор, здесь сразу понятно, короче, где эти козлы, солдаты стоят. Вот я когда вот вспомню, я на грузовике-то туда доезжал. Ух, я сколько матов-то сложил. Капец просто. Так еще вдобавок к этому, когда ты вылезаешь из грузовика, грузовик начинает баговать. У него местоположение сразу меняется. То есть он передвигается, такое чувство. И мне как сваливать, короче, с этого грузовика, чтобы не попасть в обзор этого солдата. Я просто офигел. И я когда увидел этот люк, я такой думаю, блядь, ну че, или так все просто-то? Ну оказалось, что все просто. Ну, видим то, что солдатик начинает уходить. Мы сейчас постараемся обойти этого солдата. Бежим. Опа, солдатик уже идет с базы, со штаба, то есть. И придется вам прижиматься вот к этим вот мешкам. Здесь очень хороший обзор, и вас ни с какой стороны вас не спалят. Все будет просто прекрасно. И вам нужно будет какое-то время, в общем, подождать, чтобы солдаты разомкнулись. Я тут немножко сделаю перемотку, чтобы вы не заебывались. Так, теперь они ушли, и можно дальше продолжать наше прохождение. Вот сейчас солдатик ушел, мы сейчас будем прижиматься вот к этому мешку, мы зайдем сейчас за него, чтобы обойти того солдата. Так, вот сейчас идет солдат к исходной своей точке. Мы сейчас спокойно можем зайти в штаб. Но нужно посмотреть в замочную скважину. Это обязательно нужно делать, потому что бывает так, что тайминг у солдат очень сильно меняется. С каждым вашим траем он будет очень сильно меняться. И, к сожалению, это плохо. Ну что ж поделать, блядь. Это Фаргус. Это же версия Фаргуса же, блядь.
коп же не мог сделать нормально, блядь, на новый диск же, блядь. Версию нормальную, блин. Вот приходится вот мозги себе компенсировать. Так, мы берем сейчас форму солдата и идем сейчас к лифту. Идти нужно спокойно, не спеша к лифту, потому что охранник может реально вас пристрелить, если вы побежите. Ну, вы знаете, Hitman 2, что ж поделать. Если человек бежит в форме, значит, по нему нужно уже стрелять. Смотрите, вы видите то, что охранник уже идет спиной. Это удачный тайминг. Он просто удачный. Не из-за того, что от удачи это зависит, а из-за того, что если вы так сделаете, короче, пройдете вот по той канализации, которую я показал, так оно и будет. Вы не будете там мозги себе компенсировать и выжидать, короче, того солдата, когда он пойдет. Сейчас, в данный момент, почему я остался на точке и сейчас в крадучемся положении стою возле, предположим, эта конструкция, которая исходит из стены, чтобы пройти, чтобы охранник мимо меня прошел, он вас не заметит таким образом. Отличный тайминг даже сейчас. Солдат другой, второй идет, заворачивает налево. Вы также прижимаетесь к стене. Я не знаю, как эта ебучая стена работает, но когда я первый раз проходил, когда я пробовал, бля, он меня не замечал. Сейчас он, сука, меня заметил. Каким-то, сука, макаром он меня заметил, блядь. Ну, ничего страшного, мы просто обходим этого солдата и двигаемся дальше к нашему месту назначения. Сейчас на кадрах мы видим, промелькнул офицер. Да, офигенный способ. Он очень сильно... вы намного быстрее пройдете игру. Я не знаю, почему я его выбрал. Я просто забыл о том, то, что надо обходить, в общем, много коридоров. И из-за этого я, скорее всего, может быть, даже и время и потерял. Поэтому там просто его усыпляете хлороформчиком и все. Сейчас что мы видим? Мы сейчас заходим, я так понял, это устройство, подключенное ко всем камерам, мы его нахер разбиваем и идем, бежим, потому что нам нужно скоростное же прохождение, правильно ведь? Бежим на какую-то там, я не знаю, левее дверь, вторая, если не ошибаюсь, там написано будет командование и камера будет светить эту дверь, так что вы... особо сильно, я думаю, разберетесь. Как только я открыл дверь, я сразу же решил посмотреть, нету ли там солдата, не ходит он, чтобы мне выбрать удачный тайминг, то есть откроется ли для меня нормальная дорога, чтобы я мог пробежать. Ну, как видите, он мне шел навстречу, я остановился. Этот сукин сын неплохо может вас спалить, поэтому будьте очень аккуратными в этом плане. Сейчас, когда он уже ушел, можно будет уже бежать уже на всех парах до следующего лифта. Мы как раз к этому лифту уже как раз и подбегаем. Я то, что говорил, вот мы сейчас проходим через проходную. И этот ублюдок, короче, который на проходной, он очень сильно мешает прохождению в костюме. Так, мы дошли до лифта, где под низом находится наша цель. Ну, что, мне остается сам спускаться вниз. Бежать придется много коридоров, перематывая. До нужного коридора мы добежали. Сейчас мы ждать будем одного солдата, которого мы услышали. Он сейчас как раз идет... по направлению той комнаты, которая нам нужна. И нам нужно эту дверь вскрыть. Наблюдать на таймлайне этого солдата что-то мне не доставляет удовольствия. Перематываем нахрен. Как только он ушел, идем медленно до той двери. Если вы побежите...
Я не знаю, каким макаром, но они услышат, что вы взламываете замок, когда вы будете взламывать. И тогда они подбегут и помахают вам ручкой. Ну, хотя бы помахают ручкой, а то можно было бы и пулю словить. Так, замок вскрыли и заходим в сторону, как это называется, допросной наблюдательной. На допросной наблюдательной кидаем пейджер. При помощи телефона активируем пейджер. И тут генерал что-то услышит, то что кто-то забыл телефон и пойдет смотреть, а кто же он его забыл. Ну, соответственно, конечно же, лысый офицер. Дожидаемся генерала до двери. Прижимаемся к косяку двери, чтобы она чуть-чуть была вплотную. Да вообще вплотную, чтобы была. Так, приструниваем генерала. Вы можете идти спокойно, вы успеете, все замечательно. Все, как раз он в ваших руках уже был. Забираете пожитки генерала. Все, что у него есть. Там, кстати, у него тоже есть еще есть боевой нож. Как раз нужен для коллекции ваш арсенал холодного оружия. И... Ну и чего? Ну идем до пленника. Мне, кстати, очень сильно нравится Hitman 2, но, сука, я не люблю лифты в этом ебучем этой игре. Хотя бы написали, что какой этаж. Я когда приехал, я даже сбивал тайминги. Я нажал случайно не ту кнопку и поехал опять снова вниз. И это было так оскорбительно, так обидно, потому что я к успеху шел именно по самому времени, которому я проходил эту игру. Как вы сейчас видите, сейчас идет солдат, нужно прижаться к арке. Он сейчас прошел мимо нас, и мы спокойно можем дойти до стенки, которую нужно будет взорвать. Один момент, ребята. Когда мы подходим сейчас к стене, нужно вплотную поставить бомбу и ее взорвать, и сразу же побежать. Сейчас сбегутся солдаты. Что вы думаете, сейчас они будут по нам стрелять, типа то, что мы не успеем? Нифига подобного. Смотрите, что сейчас происходит. Увидели, показался солдат, сразу же идем пешком. Идем пешочком, просто не спешим. Не спешим, не спешим. Чуть-чуть прибегаем, немножко пробежку сделали, посмотрели, есть солдаты. Ага, вот там и сейчас появился солдат. У меня, конечно же, немножко жопа напряглась. Я думал, ну все, конец, все, спалили. Оказалось, нет. Просто идете до самого входа. И... Ну и все, в принципе, мы все уже прибежали, пришли. Все нормально. Все... Отлично, так что запоминайте этот способ, он очень интересный. И я бы даже сказал, качество прохождения у меня улучшилось. Так что я думаю, ну что ж, ребята, оцените это прохождение. Что-нибудь пишите, что-нибудь ставьте. Ну что же, всем до скорого, увидимся на следующем видео.